Гарри. А, так ты жив? От тебя давно нет вестей. Я почти нагнал доктора Коннорса. Как только я вколю ему противоядие, этот костюм вернется к тебе. Ладно. Дай знать, как найдешь его. В свинцовых трубах не проходит сигнал. Куда он идет? Откуда здесь камера видеонаблюдения? Только ящеру стоит бардак даже в канализации. На заброшенную линию метро. Вряд ли это случайность. Коннорс не хочет, чтобы за ним шли. Он оторвал еще одну трубу. Наверное, пытался затопить тоннель. Серьезно? И еще одна камера. О, нет. У Оскорб лаборатория в канализации? Наверное, Норман давным-давно обустроил тут все для Коннорса. Причем скрытно. Над чем же Норман заставлял Коннорса тут работать? Тут и стерильный цех есть? Стоп. Это же ускоритель частиц в нашем фонде. Коннорс засунул в него какой-то минерал? Что? А это из-за меня? Класс. Питания нет. Чем мы имеем дело? Это не то. А, нет. Привет, док. Готовы к медосмотру? Я разберусь. Мы это уже проходили, Коннор! Если вы меня слышите, мне нужна помощь! Вы Курт Коннорс! Блестящий ученый! Да, вы ошиблись, но все еще может кончиться хорошо! Вы хотите, чтобы семья запомнила вас таким? Вы можете вернуться к ним! О жене! О сыне! Вы нужны им! Во
затормозил. Мне пора действовать. Не это! Стой! Пострадают люди! Класс, теперь еще и полиция!
Не спеши! За ящерицей! У меня нет на это времени! Коннорс! Ну, держись! Никола не может пробить кожу! Этот антидот! Мерзко. Ладно, если иначе нельзя, я буду драться. А ведь я столько вам помогал! Могли бы хоть раз помочь мне в ответ! Слабы, чтобы вернуть себе контроль! Я вас спинки! С хвостом эволюция явно перестаралась! Какие острые шляпы! Я и забыл! У него же новая фишка! Понятно, почему семья вас бросила! Потому что вы слабак!
Они боятся вас! И вы это знаете! Не могу. Я даже не для себя стараюсь. Вы нужны Гарри. Помните его. Он умирает, но я не могу его потерять. Только вы можете ему помочь. Помощью он его получит!
Откуда он у тебя? От Гарри Осборна. Это же ваш проект. Идем со мной. Это здесь. Стоп, стоп, назад! Я взгляну поближе. Все в порядке, в порядке. Потрясающе. Стреляйте! Огонь! Что это такое? Осколок метеорита, упавшего рядом с городом много лет назад. Там мы и нашли его. На мне пришелец? Мы зовем его симбиот. Он связан с носителем на субклеточном уровне. В данном случае с Гарри Осборном. Он дал его тебе? Не совсем. Я был ранен. И симбиот выбрал. А это значит, он куда опаснее, чем я думал. Надо сообщить Васкорп. Надо его уничтожить. Уничтожить нас? Вы сказали, он меня выбрал. С ним Человек-паук совершенен. Цель обнаружена. Преследую.